Что стала новая мета такая, новая мода на СФ собирать ветра. Ветра, да. Это все пошло с Азия Чемпионшип, который идет сейчас, типа мини-интернешнл. Кто смотрит этот турнир, они знают, зачем ветра нужны СФ. Но, я думаю, многие мои зрители не смотрят этого турнира. Это большое их упущение. Давайте я вам покажу, зачем СФ нужны ветра. Хотя раньше ему ветра никогда не собирали. Ни на одном турнире я этого не помню. Новая мета. Напомню вам, что как работает ульта СФ. Во-первых, урон зависит от количества душ. И во-вторых, как близко к вам стоят враги. То есть, чем ближе враг стоит к СФ, тем будет больше урона врагу. Если враг будет стоять далеко. Оп-оп-оп-оп-оп-оп! Хорош шаманит шамана, шамана хала! Если враг стоит далеко. Видите, да? Урон такой слабенький. Рефреш. Мне писали комментарии, типа, есть команда ВТФ. Я знаю прекрасно, поверьте мне. Великолепно знаю эту команду. Но мне она сейчас вообще не нужна никак. Теперь мы сейчас будем ультовать без ветров. Смотрите, стоим вплотную. Что произошло? Опа! А Свен убежал. Да? Как это и бывает в паблике постоянно. И на турнирах, когда ультует ЦФ, все враги разбегаются. И в итоге у СФ ульта нулевая. Дамаги просто ноль. Именно поэтому ему начали собирать ветра. Refresh. Смотрите, ветра у нас кастуются, работают 2,5 секунды. СФ кастует ульту 1,67 секунды задержка. То есть мы примерно это поднимаем ветра. Поднимаем ветра. Одну секунду ждем и ультуем. Теперь смотрите. Подняли. Вот она, видите, в чем разница. Во-первых, мы прокастовали весь дамаг. Давайте мы сделаем еще раз. Еще раз, братюня. Раз. Вот, видите, то есть кастовать стало гораздо легче, нежели раньше. То есть враг, он однозначно не убежит никуда. Ну-ка еще раз, подождите. Так, сделаем таким образом. Пробуем подойти еще плотнее, прям максимально. Прям под него. О, вы видите, да? Ну, я говорил уже, чем плотнее, тем лучше. И еще раз давайте сделаем последний раз. То есть подходим прям под него. Great Hero, Swan, Enemy, Level Boss, например, давайте 14. Вот он, наш Свен, прокачанный, такой крутой. Подходим вплотную. Можно было чуть-чуть пораньше кастовать, но все. Я думаю, понятно теперь, почему собирают ему ветра. Я считаю, это отличный арт, практически любого героя будет убивать. Я видел, когда вот играл с ФС с ветрами на турнире, таких героев, как Варлок, просто мгновение убивает, да? Пару секунд делов. Поднял ветра, подошел, ультанул, пошел дальше. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.